Всем привет! Продолжаем знакомиться с известными художниками, знаменитостями. Сегодня я хочу вас познакомить с художником Жан-Дезире Гюстав Курбе и показать его работы, которые я нашел в интернете. Это французский живописец, пейзажист, жанрист и портретист. Я цитирую то, что написано в Википедии и еще интернет-изданиях, которые я нашел. Считается одним из завершителей романтизма и основателем реализма в живописи. Один из крупнейших художников Франции на протяжении XIX века. Ключевая фигура французского реализма. Родился в 1819 году в Орнане, около швейцарской границы. Его отец владел виноградником, и будущий художник в 1831 году начал посещать семинарию в этом городе. Но говорят, что его поведение столь контрастировало с тем, что ожидалось от семинариста, что никто не брался отпускать ему грехи. Но в результате в 1837 году по настоянию отца он поступил в Королевский колледж в Бизансоне. Одновременно с обучением в колледже Курбе посещал занятия в академии, где учителем были Шарль-Антуан Флажоло, ученик крупнейшего французского художника-классициста Жака Луи Давида. Я вот про него еще хочу сделать сюжетик. Здоровские картины. В 1839 году отправился в Париж. Пообещал отцу, что будет заниматься юриспруденцией. Там познакомился с коллекциями Лувра. Большое влияние на него оказали малые голландцы и испанские художники, в особенности Веласкес, у которых он взаимствовал такие темные тона. Действительно, при первом поверхностном таком рассмотрении картин сразу возникает ассоциация с голландцами. Стал работать в мастерских Суиса и Лепена. В 1844 году его первая картина «Автопортрет с собакой» была выставлена в парижском салоне. Остальные картины были отвергнуты жюри. В 1840-х годах он написал огромное количество автопортретов, путешествовал в Бельгию, Нидерланды, знакомился там с голландскими художниками-коллекционерами, одним из которых был Хедрик Вильям Мездах. Это основатель Гаагской школы живописи, коллекционер. Это знакомство заложило основу широкой известности живописи Курбе за пределами Франции. Он устанавливал связи в парижских аристократических кругах, посещал кафе Брошери Андлер. Он находился недалеко, около его мастерской. Там собирались представители реалистического направления в искусстве и литературе, в частности, Шарль Бодлер и Анре Домье. Его натурализм вызвал много шума в артистических и литературных кругах. И он приобрел немало врагов. Кстати, к ним относился Александр Дюма сын. Уровень его неприязни к прочим художникам дошел до того, что в течение нескольких лет он не участвовал в парижских салонах, а выставки устраивал при своих произведениях каких-то в особых местах, в отдельных помещениях. В 1871 году примкнул к парижской коммуне, управлял при ней общественными музеями, кстати, был комиссаром по культуре и руководил низвержением Вандомской колонны. После падения коммуны отсидел по приговору суда полгода в тюрьме. Удалился в Швейцарию, сказал, что никогда не вернется во Францию. И там же, в Швейцарии, в 1877 году умер. Ну вот, наверное, все. Кратенько автобиография одного из завершителей романизма и основателей реализма в живописи Жан-Дезире Гюстав Курбе. Посмотрите картины, которые я нашел в интернете. Ну вот и все. Вместе с вами я познакомился с Гюставом Курбе. Пока-пока. До свидания. Всего хорошего.